Значит, подрубился какой-то ссаный Wi-Fi и я бла-бла-бла-бла-бла. Обрушил нам весь эфир, но ничего страшного, мы сейчас возобновим его. Давайте, давайте, народ, подтягивайтесь, подтягивайтесь. Сейчас помчим, там уже пошли первые попытки. Все, там уже начались заезды. Значит, сейчас поедем. Давайте поступим так. Если вы хотите смотреть езду из салона, я направлю вот так. Ёб твою мать. Сука. Сейчас поправим. Ой, блядь. Надо цепляться. Сейчас, мои хорошие, не без паники. Моя, блядь. На Титанике. Во. Сука, чё ты, блядь, не держишься-то? Вот пацаны ответственные подтянулись, а ты мне мозги делаешь. Ну только попробуй отвались, я тебя, блядь, сожгу к ебеням. Так. Ребятушки, все для вас, чтобы вам комфортно было. Перелистайте эту херню, если она вам не сильно нравится. Ну что делать? Так, давайте, что, смотрите, нормальный ракурс. О, вот так пойдет. Смотрибельно. Я его трогать не буду, чтобы такая же херня не произошла. Я хочу, чтобы вы со мной прокатились и ответственно посмотрели вообще, что здесь творится внутри. Полная залупень. Так.
просто ознакомительный и два тренировки. Три, это резины нихуя не хватит. Тогда заезжать, да, если резина кончилась? Ну, да. Или возвращаться туда, там стоим и группой заезжаем. Лучше туда возвращаться. Ладно, я тут с пацанами тогда разберусь, что как, окей. Спасибо. Ну, пацаны, мы же с вами разберемся, что куда кого, правильно? Посмотрим там, что куда кто едет, зачем, почему. Эфир должен быть интересным.
Что, дверь открывать, раз уж полетели? Давай.
сказать, что все нормально. Сейчас еще одна крайняя пристрелочная попыточка. И у нас с вами все будет в целом неплохо. Спасибо за внимание.